Судно из Ростова-на-Дону и Красноярского края прибудут в Мирное для тушения пожаров. Отправить в Алмазный регион два дополнительных самолета-амфибии распорядился Евгений Зиничев, глава МЧС. Пожарную обстановку в Мирнском районе власти называют сложной, как и еще в 12 районах. По данным авиалеса охраны, 19 июля в республике зарегистрировано 216 возгораний. На тушение пожаров в Якутии работает более 2200 человек, 270 единиц техники, в том числе авиационные. Воздух задымлен. МЧС рекомендует жителям республики меньше выходить на улицу и использовать защитные маски. Также необходимо ограничить физические нагрузки и пить больше воды. Для предотвращения проникновения дыма в помещение плотно закрывать окна и двери. Щели между дверями и окнами закрыть влажной тканью. При отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани.